30 августа в Севастополе прошли бакунинские встречи. В ходе форума лучшим медицинским сестрам вручили медали и знаки отличия за верность профессии. Торжество запланировали провести еще в 2020 году, к 120-летию со дня рождения сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Но из-за коронавирусных ограничений реализовать задумку удалось только сейчас. Поздравили медицинских работников, представители правительства, законодательного собрания Севастополя и духовенства. Конечно, медалями и нагрудными знаками за верность профессии отмечаются самые лучшие медицинские сестры. Отличить кого-либо, сказать, что кто-то хороший, кто-то нет, невозможно. Поэтому те сестры, которые, допустим, не будут отмечены нагрудным знаком, они будут отмечены благодарностью и грамотами от нашей ассоциации медицинских сестер. Почетными грамотами от законодательного собрания Севастополя были награждены 5 медицинских сестер. 13 человек получили грамоты от Департамента здравоохранения города. 3 заслуженных работника награждены медалями Екатерины Бакуниной. Также в ходе встречи собравшимся показали документальный фильм о Екатерине Бакуниной, созданный тверскими школьниками. В честь героини двух войн 19 века назвали награду, которую вручают медицинским сестрам за их самоотверженный труд и милосердие. Среди отмеченных Людмила Марченко. Она 22 года проработала в доме ребенка. Это очень значимое для меня награждение, так как Екатерина Михайловна неотрывно была связана с нашим Севастополем во время Крымской войны 1854-55 года. Она здесь была сестрой милосердия. И я считаю, что мы все медицинские сестры, мы тоже сестры милосердия, и действительно мы помогаем людям, детям, оказываем им помощь. Заботимся о них с любовью, с пониманием.